Всем привет, дорогие друзья! Привет, дорогие друзья! Привет, дорогие друзья! Мы продолжаем играть в Майнкрафт. О, глазики тут что-то. Это не от меня. Это явно не от меня. Так, что, давай пошли в ту шахту огромную. У тебя факела есть? Не отходи от меня. Я из-за того, что это один у меня убивает. Есть еда? Три сердца оставил, падал. Хавку взял? Да, блин! На. Нет, я хавку не брал. На. Пиздец. Почему они на тебя нападают? Домой! Опа! Щит! Правой клавишей щит! Хана мне. Блять! Да ёбаный в рот! Он исчез, оставил мне пол сердца. Она сзади нас. Сзади тебя. Она вон там. В темноте прячется. Опа, вот она. Правой клавиши, чё ты? Пиздец. А, вот она там, тварь бегает. Последний раз он там был. Сейчас она под нами. О, убили, наконец-то, боже. Опарш. Че, не ушла? Да вроде свалила уже. Да, хотя нет, не свалила. Ну-ка, дай-ка я к тебе залезу. Давай. Закрывай. Чё там? А! Я хочу по этим глазам стрельнуть. Ой. Моментально просто. Ой. Не, чтоб ты понимал, я в него стрельнул, он с меня поржал, потом... Так, ясно, еще одну линию. А я вот этого, это, ребенка избил, а то он мне не нравится. Что-то стрельни по нему, сука. Да у меня нет лука. Ну, в смысле, нету? Я его стоял. Че, он пропал? Придумай. Не, он бегает. И в дверь пока что. Ай, давай, наверное, там этот... Че безликий там? Был еще. Это что за пенис? О, гном вернулся. Гном, у меня для него есть кое-что. Кое-что у меня есть для него. Добывай этот... гравий. Так. Предлагаю его тут запереть. Подпинываю его к херу. Мне интересно, нахер нам этот золотой шлеп, если на нем проклятие несъемности? Одевай, петухом побудешь. А, не, оно не снимается. Да мне на это насрать. Зато я блатной. Опа, слизь. Иди нападай на нее. На слизь? Эх, да. Пиздец тебе сейчас. Где? А-а-а, страшно. Ой, блядь, я тебя больше не испугался. Там мразь какая-то. Давай-ка где? Лучше домой. Какая? Да вон идет. Ой, реально. Нам внушают паранойю. Угу. А, нихера себе. Иди нахер. У тебя он тоже перед экраном? Да. Короче, вот эти вот звуки криперы, они не настоящие. Это он нам паранойю делает. Страшно. Ай. А. Можно его ударить? Я его хочу ударить, он меня бесит. Сейчас я проверю, насколько он далеко бьет вообще. А, у него откидывания нету. Ай, блин, ай. Вообще охерел, я его бью, он меня бьет в ответ, это что такое? Равноправие. Он убегает. Правильно идешь, правильно идешь. Отныне. Ну-ка, отойди. Ну, нафиг. Он тебя ударил? А, гном разбушевался. Да, правильно. О, лазурит.
Стой, падла. Иди сюда, иди сюда, иди сюда. Да, иди. Вот так вот и воруют детей. Да. Ты зачем? Опа. Он. Тут вода, кстати, я нашел ее. Ну, водичка, пойду искупнусь. Поздно для меня. Я куда-то наружу выпал. Пиздец мне сейчас. Тебе-то с чего ради? Ай, пошли быстрее, пока вещи не пропали. Ой. Фу, погнали. Блядь. Я надеюсь, никакие кейв-двиллеры не придут мне поздороваться. Да бля! Так, ладно, я знаю, где я сдох. Кто там на тебя напал? Мразь какая-то. Короче, пойду это на улицу буду караулить, когда закончится ночь. Я почти все свои вещи собрал. Так, ладненько. Фух. Где-то эта мразь шипит. А, господи, что ты так пугаешь, тварь? Так, я добыл... Чё? Чё, ты ко мне идти собираешься? Я пытался. А, заказ мой спиздили, да? Ну и говнарь, да? Сейчас, погоди, Uber такси это промышляет новую доставку. Если заказчику, блин, продавец к вам не явится через 10 минут, это означает одно, то, что он стал чем-то вечерним ужином. Хотя, ну господи, сейчас его точно станет с вечерним ужином. Так, ну, мне сначала вот так вот надо сделать, пойду по плаву. Что с помещением огромным делать будем? Пока что вставляем, может тут склад сделаем или что-то наподобие этого. Блин, как он задолбал там шуметь уже. Начинается опять. Угадай, что мы опять пропустили день? Заебись. Песочек добудешь? Ну да, сейчас на улицу в ночь выйду. Блять! Вон там хер какой-то стоит. А это миленький паучок. Привет, паучок. Как дела? Ты кусаешься, говно тупое! Дели, это, доставка идет, короче, сейчас все будет, да? Да-да-да. Доставщик Джонсон уже к вам идет. Уже в пути. Да, уже в пути. А вот за мной уже гопник какой-то погнался, но это не страшно. Так, я заказ принес, вот так вот. Советую вам сделать костер. Все, давайте. Я пошел обратно. Давай. Фига тут. Я тебе набрал, я сейчас пойду и сожгу их нахер. Чтобы к нам пришла какая-нибудь чупакабра и такая, ты че мои цветочки, блин, сжег? Охереть, с одного дерева почти 30 древесины. Возможно, надо было засеивать эту поляну деревьями, ну как бы похуй, да? Ну... В целом мне нравится то, что мы вырубаем лес и его не засаживаем. Реалистично. О, я до шахты докопал. Мне кажется, надо чуть повыше. Ебануть тебя. Это генератор дыма. Ой. Страшно, очень Ой. Страшно, прям пиздец обосрал. Сейчас. Опа. А. Ай, блядь. Смотри, какой добрый, блин. Он добрый. Он нас учит это уклоняться, чтобы мы не втыкали. Реакцию. Да, блядь. Зоас. Дома, да, Макс, твоя ебаная пивная. Знаю, там вас слышали. Блядь.
За мной псина бежит. Сучка. Нет, за мной псина. Нет, за мной. Это мой ручной пес, это мой ручной пес. Бабик, Бабик, ко мне. Он тренирует тебя, чтобы ты бегал. А мне тренирует, чтобы письку отгрызть. А, беги! Блять! Да почему я-то, сука? Господи. Так, ладно, я возвращаюсь обратно. Когда мы начали? Начали, не знаю. Где-то часов так 12, наверное. О, я так понимаю, на этом моменте надо прощаться.